Салют, народ! Это заключительная миссия, которая у нас была на этой неделе. Вот. А так как она была на самолетах, поэтому она всегда априори должна быть самой лучшей для меня. Вот, в принципе, так оно и есть. Все-таки полетать — это любимое занятие. В общем, миссия называется «Конвой до Тобрука». И задачей этой миссии входит не допустить прибытия конвоя военно-морских сил Великобритании в порт Тобрука. Вот, то есть у нас были пикирующие бомбардировщики Юнкерс 87-е. И нам необходимо было отбомбить корабли, вот, отбомбить и расстрелять, в общем, сделать все необходимое, даже, может, это ранить, чтобы не дать им доплыть и не выполнить свою задачу. Вот. Миссия еще чем хороша, она не основная, поэтому, в принципе, сюда можно еще какую-нибудь музыку под свой вкус добавить, ну, ту, которую еще YouTube пропускает, поэтому, если что, сильно не ругайтесь. Вот, в целом, очень хорошо полетали. Очень мне понравилось. Прям с Челентаном мы старались действовать вместе. И было бы неплохо, если в дальнейшем нас как бы будет больше, чем два самолета. Вот, действовать вместе все-таки это, блин, намного красивее. Вот, слаженнее. И смотрится очень круто, как по мне. Так что приятного просмотра. И на следующей неделе теперь увидимся. Я вижу. Никита, взлетел, Никита? Давай тогда вираж, ходи, я над аэродромом кружу тоже. Челентана дождемся. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal ein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Вот и мы здесь 120 уходим. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang. Dann wollen wir schaffen, komm fass an. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang. Dann wollen wir schaffen, komm fass an. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang. Ja, schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang. Wir schaffen zusammen, nicht allein. Давай, давай.
jetzt müssen wir streiten. Keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen вижу, вижу, за тобой не отстаю. Давай опять подберем. Я что-то с тобой интересно. Надо старика гасить скорость. Меньше 100 садится, чтобы меньше 100 уже скорость была. Но они вообще попасть не могут, если честно. Это не похоже на просто. Давай вправо будем уходить, Челентанов, высоту набирать, сзади зайдем. А, принял, ухожу направо. На запад. Я на восток развернулся уже. Набираю еще высоту. Ага, и прям под тобой метров 50-100 где-то. Слева. Что там, ни у кого не лагало, нормально все происходит? Догут. Zur Freude der Allgemeinheit bilden sie schwitzend eine Einheit. Die zwei erobern ihre Länge, wollen etwas Wärme spenden. Die Wärme findet ihre Pflicht auf ihrem hässlichen Gesicht. Да, я одну скину, мне еще три. Фанген ан зу транспирирен. Он волен ир дас хаупт рассиен. Давай, давай, я уже скажу, давай, сразу. Ди он загорелся. Фанген ан зу лахен. Боль тифен ирем рахен. Дас вар едох шун фоер клар. Blick aufs Honorar. Bang, bang, bang. Попался. Сейчас, когда пойду в высоту, убирать пишу тебе бомбу. Да, да, не подходит, продолжай. Парень, потом все там заправит свой боекомплект. Парень, попался. Два самолета прилетело. Давай, парень, там первый, который самый ближний, заканчивай на него. Челентан, работай еще по нему. Да, он пока по месту стреляет просто. Второй по месту стреляет.
Не, две осталось, это походу. Так, у меня одна осталась, промахнулся второй. У тебя на базу, у меня топливо вытекает. А тормоз тут есть вообще? Да, есть, надо застроить, как настроить воздушный. А камикадзе тут можно сделать? Ну, судя по тому, что Челентано уже не разговаривает, то можно. Не-не, все нормально, я летаю, я ухожу от обстрела. Я захожу на них, у меня, по-моему, заклеманула пушка, такое бывает? Пионер. А? У меня клебанула пушка, такое может быть? Нет. Я начинаю стрелять, а она заглохла, не стреляет. Как это так? У меня 136 выстрелов еще. Хер знает. Может, когда сильно зажимаешь, она перегревается? Зажег второй. Что-то пожег, как бы, подтопил один. Я, по-моему, разбил. Увожу в стороночку. Второй горел, но что-то он все равно пока. Парни, у кого есть бомбы, метайте по самому ближнему к порту. Не, я сесть точно не смогу. Ну ты красавчик. Слушай, будь камикадзе, тогда полети, врежься в него, в корабль самый первый. Ну вот, я туда и хочу. Давай, давай. Давай, только, давай. Только бонзай не забудь заорать в рацию. Пионер, ты это снимаешь? Не, я на аэродроме. Так, я смотрю, кто там летит. Кажется, пушками одного сжег. Так, тоже заходи. Все, да, корабль только хана ему. Заходим на следующий. Мне, это было жестко. Ему не хватило двух бомб, добивайте. Че, я закинул все-таки ему? Последнего корабля носовой стрелок жив, надо туда фокусировать огонь. Возвращаюсь на аэродром для этой заправки. Последний горит. Так, парни, кого есть ПК, тогда значит, а вон он плывет один, давайте его подрежем, там он летит, вон он плывет. Где он, далеко? Ну, он, наверное, ПК, или там, знаете, нет, персонала. Все равно надо их уничтожать, давайте, заходим на них. Чтоб не убили, это зеленый не выжил, тогда мы полетим. Надо, чтобы все игроки умерли. Они не могли один корабль перескупить, тащить. Челентано, ты налево уходишь вверх. Ганс, ты меня удивляешь, я разворот делаю. Налево, да, ты делаешь? Да. Все, я за тобой. За тобой иду. Мне 26. Слушай, а может там кто-то плавает? Видишь, где мы корабли топили? Может там кто-то плавает просто? Давай сейчас бухту еще ниже пройдем, потом развернемся пониже. Обернул. Я встану слева. Не, включай, сейчас пролечу. Все, включил.
У меня скорость 300. Набираю. Смотри, я прям слева на, у тебя. Он пустой без никого, добить его. А все остальные разбомбили? На красном. Это вот, кстати, надо знать, пустой цель. А остальные лево делаю разворот. Да. Вижу тебя. Сейчас низко пройду. Да, давай на мало на самое. Ага. Последний корабль на юге на Мелине написали. Подсветило, днем выходить по мне. Так, отстрелялся, у меня ноль, только. Я то же самое. Ухожу на аэродром. Парни, забейте его, он тут на юге, возле нашего, на нашем острове, на берегу. Который в побережье воткнулся? Да, его добить. Вылетаю. Надо. Да я попробую забрать что-то. Ну чё, мне нравится пионер, как ты отремонтировал всё. Слушай, давай либо влево, либо вправо возьмем, чтобы уже сесть сразу. Ну, прям... Теперь не колбасит их теперь на взлете, нормально взлетают самолеты. Ну да. Его сожгли. Его сожгли. Загорел? Последний на респауне. Да, сгорел. Мы на респауне захватываем корабль. Пустой стоит. Да все, чё, так, вставай, я гашу скорость, буду гасить скорость и пытаться сесть. Давай, я за тобой. Я выключил двигатель. А на респауне не надо выбивать разу? Надо, выбивайте все. Если кто-то уничтожили, выбивайте. Да, те, которые на респе остались. Чё еще делать-то? Закрылки поставил? А не можете сказать, какой бомбой я его выбил? Мы не видели. Я кидал. У нас на корабле там диверсант. Последний боец до города идет пешком. Ищите возле города пехотинца и убивайте, тогда мы победим. Низко летайте, возле города, где-то вокруг города. Приняли? Нам последнего зеленого надо найти, убить, и тогда мы победим. Корабли можете уже не бомбить. А мне так хочется. Ну, бомбите тогда, чё. Смотри, тут с нами еще третий самолет заходит, он первый идет. Да, вижу. Я кручу, пока у меня скорость еще большая. Давай, четко за тобой. Потопил последний. Шизан, у тебя там триггеры не сломались, что только про один. А можно как-то точнее по берегу найдет или по центру? С победой, парни. Не успели сесть чуть-чуть. А я красиво на посадку. Что, тебя убили? Люфтваффе лучше.